У жителя дома по улице Олега Кошевого в Саранске 27 апреля стало вторым днем рождения. Мужчина едва не погиб на пожаре. В спасательную службу звонок поступил в 10 часов 45 минут. По прибытию пожарспасательных подразделений установлено, что происходит пожар на 5-м этаже. Мужчина ожидал помощи, сидя на подоконнике угловой квартиры. Спуститься на землю ему помогли спасатели и пожарные. Для этого развернули автолестницу. Впрочем, как показала разведка, помощь нужна была не только ему одному. Из-за сильного задымления по всей секции общежития пожарным пришлось эвакуировать и других жильцов. На улицу вывели 13 взрослых и 2 детей. Пожар ликвидировали спустя 30 минут. В итоге комната площадью 20 квадратов была сильно повреждена огнем. Отчего произошло возгорание, теперь будут выяснять дознаватели МЧС. Анастасия Семушева, программа «Происшествия».